Ну-ка, держи, удар. Дружище. Держи, дружище, вот, от нас. Ух ты. О, вот ну-ка, он подлетел. Поддержка сразу. Шикарно. О, оглушил. Шикарно. Ух ты, смотри, еще продолжаем дамажить. Откуда у нас так много эликсира? Я не знаю. Круто. Хорошо. И... Бух. Лок, но 64 отняли. Смотри, и вот сейчас отняли. Вот будет способность просто пробить им. Бам! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Витол, и мы сегодня играем в Могучих Рейнджеров. Да, ребята, это Power Rangers, всеми любимый, почему-то вам он очень понравился, много лайков, много просмотров, поэтому пилим еще, ребята, и открываем наши... Вот эти вот... Морфо... Как они? Морфологические сундучки, назовем их так. Да. Так, кристаллы силы. О, Триникван, обычный. 10x. Хорошо. Еще открываем. Да, морф-порталы это, ребята. Морф-портальчики, так. Ваша награда еще... осталась игра. Ух ты, значит, за... Зака получили. А у нас Зак, кажется, уже был, да? Нас, да. Слушай, так. Сколько у нас их открылось, накопилось, ребята, за это время? Монеты. О, опа! Дэнни Дельгадо. Да ладно, уже 13x. Да. Вот это да, ребятки. Дальше смотрим. Ну, как кто-нибудь еще может... Ух ты, Джейсон Ли. Джейсон Ли. Так, очень смотри, круто. У нас что-то здесь мигает и... В команде кто-то новый, видимо, да, говорит? Да. Ага, Зака. А, слушай, ничего себе, он может быть лидером, смотри. Верхний Зак. Да, слушай, действительно. Новый лидер, ребята, разблокировать обязательно. Разблокировать и давайте его использовать. Ты смотри какой, а. Круто, черный, круто. Крутой. Давайте его сразу же возьмем, да? Конечно. И разблокируем еще Триникван. Триникван, ну-ка. Вот он наш Power Ranger. Отличненько. О, смотри, здесь еще какие-то магазин, что нам предлагают. Ну да, тут купить можно. Подожди, за голдишку. Да, за голдишку, кстати говоря, смотри. Смотри, за 200 можно эпических вот каких-то покупать. Да, каких-то мега крутых. Вот Билли. Наш Джейсон, смотри, за одну кристаллину, да, за одну монету. За одну голду. Прикольно. Слушай, ну я думаю, нужно просто накопить 200 и купить вот потом. Да. А почему ты думаешь, что он эпический? Ну вот он фиолетовый. Типа потому фиолетовый. Что, ну как ну, да, во да, многих согласен. Играх. Согласен, 200 это, конечно, круто, ребята. Ну что ж, а почему у нас не Зак? Надо менять. Ну, я сейчас вторую команду соберу. Назначим да. его вместо сюда. Нашего. Вот так вот черныш у нас будет, а у нас два кого Зака, еще? Что ли? Кого там еще возьмем в поддержку? Слушай, давай вот этого, который подрос с рогами. Давай, возьмем вот вместо Зака слева. Вот этого, да, хорошо. А справа давай новую вот эту девочку возьмем. Ну давай, у нее... Будем прокачивать, может у нее какие-нибудь крутые способности есть, ребятки. Вот такая вот у нас команда, вот такой составчик. Сейчас пойдем ПВПшиться. Так, в бой. У нас вторая команда выбрана. Погнали вперед. В бой, ребятки. Кому ну нравится игра, поставьте лайк. И мы будем снимать ее чаще и больше. Да, и пишите в комментариях, какие уже у вас есть лидеры. И, возможно, какие-то эпические или легендарные карты, если они да, здесь вообще ребятки. Есть. Да, ребятки, ну что ж, у нас Дитол против Рейнджера. У нас 105 молний. Так, мы справа, погнали, да. Дамажем. А нет, смотри, ох ты, ничего себе, какой у него торнадо. Ну-ка, держи, удар. Дружище. Держи, дружище, его... от нас. Ух ты. О, вот ну-ка, это он подлетел. Поддержка сразу. Шикарно. О, оглушил. Шикарно. Ух ты, смотри, еще продолжаем дамажить. Откуда у нас так много эликсира? Я не знаю. Ух ты ж, на тебе, ты посмотри, что он сделал, а. Да ты что, вот это дамаг. Ай-яй-яй-яй. Слушай, а что за прерывание было, это разъединение сети, что ли? Опа, не знаю, что было за прерывание, но тем бам, не менее. Бам, два подряд и блок. Нет, ребята, непробиваемый. Ой, промахивается, класс. Промахивается, класс. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Да как же так-то? Надо поближе подходить. Опа. Бах. Слушай, ну не, я думал, мы атакуем. Нет, а это его, видишь, помощник, а когда помощник выходит, ничего не получается у тебя. Так, в защите вроде, нет. И... Эх, ай-яй-яй, слушай, опять он лучше. Опять прерывание. Он лучше, чем он лучше, у него меньше опыта, в любом случае. У него меньше хелса. И... Надо дамажить, хорошо. Крит, ребята. И еще атака. Ух ты, смотри, как он показывает пальцем, и мы как-то выбили его помощника, да? Ну я не знаю, что. А, мы... все-таки он попал, 40 хелсов отнял. Ну давай поддержку, наверное, вызовем, нет? Тихо-тихо. Да. Ой-ой-ой, мощное оглушение, но все равно нет у него шансов, ребята. Да нету, конечно, сейчас поддержка. Нет, даже так. Отлично, ребята. Мы
выиграли! Это круто! Ну, слушай, супер! Крутой, okay. Мне нравится. Да, мне тоже он больше нравится, чем наш предыдущий герой. По-любому. Так. Смотри, у нас плюс 34, у нас нет альянса. Ребята, скоро создадим альянс. Как его, кстати? А, чтобы его создать, надо прям вообще там неплохо. Ну, там, знаешь, нам нужно неплохо подпройти. Кстати говоря, нужно поставить вот какой-нибудь вот это вот разблокировать. Да, за 4 часа. Крутой, крутой. И открыть вам, ребята, посмотреть в следующем видео. Вперед! Раз, в бой! Ну, мы ту же самую команду берем. Да, берем ту же самую, тот же самый составчик, ребята. Ищем противника, загрузочка у нас. Ну-ка, синхронизация, кого-то уже точно нашли, смотри, тоже за... А, нет, это мы, это Дитол. А и про... Аннабель. Слушай, у Аннабель очень крутая прокачка. Да? Она круче нас? Да, круче нас определенно. Так что надо поосторожнее. Смотри, поддержка идет сразу. Пам-пам. И мы начинаем дома. Держи. Ну-ну-ну. Ох, хорошо. Как, 4 так, попадания подряд. Поддержка вовремя. Критическая, но в блок. Очень хорошо блок поставили. Да, ребята, грамотно, прям. Грамотно поставили. Грамотно. Опять блок нужен. От, блок. И она тоже в блоке, но... Ой-ой-ой, он первее, он лучше атаку провел как-то. А мне кажется, это она, нет? Или она? Ну-ка. Да, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Слушай, и много блок. Кросов. Много хорошо. Кросов отняли. Ай-яй. Опять атака проходит по нам. Его прошла, да? Да, погнали. В блок, да, уйдет. Да, пробитие блока было, представляешь? Вот да это ладно. Да, тихо. Мы пробили блок. Ох, он нас зажал, зажал прям. Двойное кольцо, ну-ка, нормально. Опа, защитка. Не, защита, к сожалению, не сработала. Позже, позже была защита. И опять пробитие еще блока. Еще раз пробитие блока. Круто. Хорошо. И... Бух. Блок, но 64 отняли. Смотри, и вот сейчас отняли. Вот будет способность просто пробить им. Бам! Победили, ребята, соперника, который априори сильнее нас. Это круто. Это да, это прям вообще супер. Шикарная победа, смотри, мы зарабатываем все и больше, и больше. У нас... О, ящик порчи! Открываем ящик, и что, что же здесь? Там? Прикинь, эпический какой-нибудь гад выпадет. Не знаю, монеты силы, быть. Кристаллы... О, Зак, смотри, Зак! Новое повышение уровня, ребята! И Билли Крэнсон! Билли Крэнсон! Кимберли! Ты видел, сколько нам Билли Крэнсона выпало? 49! Это, кстати говоря, тот противник, которого мы сейчас победили, у Аннабели, он, кажется, был. Если так, я смотри, не ошибаюсь. У нас... А, нет, он лидер! Новый лидер! Давай разблокируем и его еще будем качать. Еще 49, смотри, разблокировать ставим. Супер! Ну да, это вот этот противник, который был у Аннабель. И улучшить давай опять. Давай улучшаем, да? Хотя мне вот Зак очень понравился. Зак очень понравился, ну слушай, если у него будет новый уровень... Да. Вот так вот, он у нас уже второго левела получается, да? Давай попробуем поиграть, да, и смотри, у нас... А, нет, это не открылся. А, у Зака, о! Зака нам еще, да, добавилось? Да, улучшить. Надо его взять, кстати говоря, в команду. Давай третий состав создадим, да, как раз с этим лидером. Согласен. И возьмем туда Зака. Так. Это определенно лучший расклад, ребята. Реестр берем. Ой, нет, не так, туда. Так, третий составчик надо третий выбрать. Третий составчик. Третий составчик выбираем. И сюда уже нашего лидера. Как его зовут-то хоть? Воу-воу-воу, как его зовут? Билли, Билли Крэнстон. Вот так вот, Билли у нас второго левела будет здесь. Берем Зака второго левела. А он, мне кажется, здесь и выбран, да? Да, он здесь и выбран, да, и выбран вроде да. Как. Вот этот Зак не назначенный у нас. И кого еще возьмем? Кто у нас помощнее есть? И, слушай, я не знаю, не в принципе, давай еще вот этого возьмем. Да, рогача возьмем, мне он тоже нравится. Рогатый наш Power Ranger. Вот так вот, черно-синяя команда у нас. Да, ребятки, ну что ж, в бой. Правда, наш босс какой-то хиленький. Так, мы не получим никаких морф-боксы, вознаграждений. Морфбоксы не получим. Вперед. Это все-таки морфбоксы, а не морфпорталы. Ну ладно. Морфпорталы, морфбоксы. Ну ладно, короче, вы поняли, ребятки, да? Да, короче, то, где ты можешь получить новых героев, новые карточки, галдишки. Слушай, мне определенно нравится. Мы прям четко сегодня все проапгрейдили. У нас прям шаг большой вперед, ребят. Большой шаг ставьте вперед. Ставьте лайки, определенно крутая игрушка. О, девчонка против нас. Ух ты, знай тебе. Розовенькая, смотри какая. Поехали. У нас... Ну-ка. И... А слушай, она сильнее, что ли? Слушай, нас? Я не знаю, она почему-то не хочет атаковать. Ждала. Одно попадание, но хорошее было. Зак на поддержку. Слушай, очень мощно дамажим, прям конкретно. Опа! Ой, а у нас как блок и оглушение, успел. пробитие блока было. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотели что-то кинуть, но не смогли. Бам! Не успел. Слушай, так, блок попали. Хорошо, и мы она блок. Тоже в блок. И вот этой палкой бабах, 70. И крючка. Хорошо. О, очень о, хорошо. О, еще оглушение. Но нету у нас, блок нужен. Ой, да, пробитие было. Так, что-то мы, мне кажется, ее атаку немножко сбили. Да. Вот это вот. На четверку. Слушай, опять прерывание. Прерывание у нас атаки было. Вот что такое прерывание. Бам-бам! Неплохо. 36 у него кроссов осталось. У нас 307, так что пока что хорошо. Еще дамажим.
Хорошо. Еще дамажим. Вот это быстрая атака такая. Ай, блок попал в блок. Блок поставили вовремя. Хорошо. Очень хорошо, ребята, в блоке. Ну-ка. У нас нет блока, надо атаковать срочно, чтобы появился блок. Давай, чуть-чуть. 32 хелса, один удар, ну. И бум! Ой, как красиво, ребята. Красиво! С разворота прям вынесли. Очень красиво получилось. Эй, я думал, что продолжится. Да, еще хотел продолжать. Нет, но все равно мне Зак понравился больше, честно тебе. Да, Зак, конечно, мощный, ребята. Ну что же, ребятки. О, смотри, какая-то появилась награда. Отлично, экспишку получаем. Ловачок наш тоже растет постепенно. Ребят, ну что ж, игра, в принципе, неплохая. Да. Потихоньку разбираемся, развиваемся, это хорошо. Ребят, кому нравится игра, ставьте лайк, будем играть больше, чаще, если будет очень много лайков и просмотров. Да, а вам спасибо за просмотр и до новых встреч в новых видео. С вами была команда Дитол, пока, ребята. Пока.